Вот так лошади сами вычесываются. Молодежь, это молодые кони, год и восемь. Это кони, сейчас вот изгонять. Она старшая, 6 лет, 7 будет даже. Это норка пони. Это помогает вычесать хвост. Так, Джули, давай, дрыжня, Джули. Джули! Марс, стоим. Марс, стоим. Вредные. Хвост запутался еще с весны. Они не подпускали к себе эти лошади. Стоим. Мы добивались ихнего доверия. Март уже доверяет 100%, мечта еще нет. Мечта — это вот эта вот кобыла. Гнедочалая какая-то, даже какая-то масть, даже не гнедая, но какая гнедая. Ой, пегая. Не пега гнедая, а... Смотрите, у нее такая вот морда. Желтая, то есть, как это называется вообще масть, я не знаю. Мечта. Так мы гуляем, учим, стоим. Трррррть. Гладим. Будем скоро обрезать копыта. Щиплите травку, маленькая травка. Ну, мечта преследует. Света чешет, а я вот с мечтой. Хорошая, хорошая, хорошая. Обожаю такие масти. Это для меня вообще, для некоторых людей это брак считается, масть. А я вообще обожаю. Пеги — это моя слабость. Уже и мечта доверять чуть-чуть стала. Ну, привет. Привет. Вчера убежала, бегали, ловили долго ее по полю. Она, видимо, в первую охоту приходить потихоньку начинается. Но он еще молодой, не понимает. Ему год и 7, а ей год и 8. Вот мы хотим себе этого жеребчика оставить. Он уже где-то 1,55 м примерно в холке. Год и 7. Я думаю, должен 1,63 м, 1,65 м быть. Она будет около 1,60 м. У них мамы тяжеловозы. У Марса мама вороная тяжеловоз, а у мечты вот такая, как у нее морда. Желтенькая. Как эта мазь называется? Даже не... Какая это мазь? Как называется эта мазь? Этот, как у нее морда? Хороший вопрос. Буланная. Нет? Не, буланная — это не такая.